В Луганской области Украины попытка сторонников Евромайдана поддержать митингующих в Киеве закончилась скандалом. Участники автопробега, решившие установить флаг Евросоюза на российско-украинской границе, получили решительный отпор со стороны местных жителей. Глава сельского поселения Изварина призвал противников евроинтеграции выйти на дорогу, чтобы высказать свое мнение. В километре от погранпоста водителям 15 машин пришлось остановиться. Позже им удалось попасть на границу, но там конфликт перерос в потасовку. Все хотят жить хорошо. Все хотят жить хорошо. А жить хорошо можно только тогда, когда не будет коррупции, когда будут законы одинаковые для всех. Сегодня собрали, чтобы свое мнение сказать. Потому что мы работаем, мой муж работает, сын работает. А на Майдане все стоят. Месяц не работает. Как так можно? После такого жесткого отпора участники автопробега были вынуждены вернуться в Луганск, так и не достигнув цели. Водрузить флаг Евросоюза на границе России и Украины у них не получилось.